А слушай, а что с электричеством здесь? Раньше здесь. И все, вот она, вода все размыла и пошла дальше. Зато, я думаю, все это за неделю. Если ее закрыть снова, ведь по факту засыпать, сначала сделать какой-то там, ну, отвод здесь, наверное, где-то. Слушай, а это излученные реки какой-то или что это? Откуда вода-то? Ключ. А, ключ. Прям вот, если мы пойдем, 2 километра, там получится один ключ, дальше там родник. Все, вот из двух маленьких получается. Слушай, ну я не вижу ни труб, ни каких-то там водосбросов, ничего такого. Нет, так как водосбросов? Вот железные балки, видишь, вот эти, да, которые вот в начале? Да. Они, получается, там были раньше закрыты. Вот, вот она часть, здесь может быть стоять апартный такой отель. Ну, а это въезд, мне кажется, это въезд такой сделать больше. Ну что, благородец с той стороны тоже сделает какой-то частный. Вот такой вид здесь предполагается, если сделать здесь гостиничный комплекс. Вот здесь дамба, здесь будет два разлива воды, большой здесь может быть водоем, рыбалка, может быть всякие катания и прочее. Вот здесь коммерческая зона, вот это может быть много устроено.